Имя Елены Палашек прочно связано с творческой жизнью Одессы, ее песенной культурой. Успешная бизнес-леди, она не захотела существовать в рамках своего бизнеса. Ее творческая натура требовала выхода. Поначалу были стихи, появились первые поэтические сборники. На ее поэму «Танец с тенью» композитор Людмила Самодаева написала оперу, которая вошла в программу фестиваля «Два дня и две ночи новой музыки». А затем у самой Елены начала рождаться музыка к стихам, и для нее есть естественным продолжением творчества стало исполнение своих песен. То, что создает Палашек, созвучно песенному наследию Одессы. На ее выступлениях, на компакт-дисках наряду с авторскими звучат песни из репертуара Леонида Утесова. Параллельно с концертной деятельностью энергичная одесситка начала продюсировать молодых исполнителей и многим дала путевку в жизнь. Тяга к экстриму и действию у Елены Палашек в крови. То она придумывает проект «Караоке возле Дюка» и становится его ведущей, то прыгает с парашютом, то баллотируется на пост мэра. Ее предвыборный слоган «Одессе маму» пришелся по душе многим одесситам. Ведь наш город действительно нуждается в таких по-настоящему любящих и популяризирующих его людях.